Те задачи, которые ежедневно приходится решать на дороге, для этих детей не проблема. Из полусотни школ на Олимпиаде встретились более 100 детей, а именно лучшие знатоки ПДД в своем учебном заведении. Участниками Олимпиады по правилам дорожной безопасности стали ученики с 5 по 8 класса города Кургана и области. Чем старше ребенок, тем сложнее задание. Однако участники с легкостью ответили на вопросы. Больше всего мне понравилось задание, в котором нужно было писать, а не выбирать вариант ответа. Во всероссийском конкурсе я защищала город Курган в городе Ханты-Мансийске. Мы там заняли 9 место. Я заняла 1 место. Я этого не ожидала. Когда назвали мое имя, я была очень сильно рада. Задания мне все понравились. Не сказать, что они были очень сложными, они были интересными. Специалисты отдела образования администрации областного центра говорят, следует уделять особое внимание тому, как школьники младших и средних классов осваивают материалы по дорожной безопасности на уроках ОБЖ. Как сообщила главный судья конкурса подполковник полиции Наталья Прима, число дорожно-транспортных происшествий сократилось по сравнению с прошлым годом. В текущем году за прошедшие 3 месяца на территории Курганской области уже произошло 18 происшествий с участием несовершеннолетних заурайцев. Один ребенок погиб, это в городе Кургане, он был пассажиром, и 18 детей получили травмы. Конечно, это меньше по сравнению с прошлым годом. На базе нашей школы создан агитбригада, создан отряд УНИТ, который активно принимает участие во всех мероприятиях, акциях, которые проводят как в городе, так и внутри микрорайона. От изучения правил дорожного движения напрямую зависит показатель детского дорожно-транспортного травматизма, говорят госавтоинспекторы. За последнее время ДТП с участием детей происходит все меньше, и все же это не повод терять бдительность на дорогах. Дурдана Мусаева, Александр Киселев, Александр Бывальцев, информационное агентство «Курган.ру».